Фанта персик, фанта виноград и кока-кола из Японии. Все это, конечно, очень круто, но посмотрите, что сегодня я нашел. В магазине сладостей спрятался секретный напиток от бренда Mentos. Это напиток с фруктовыми желешками внутри и со вкусом фруктового микса. Кто-нибудь вообще знал, что Mentos выпускает свои напитки? Внутри напиток оказался розовым, а еще плавали какие-то маленькие желешки. На запах он пах как мультифруктовый сок, очень приятно. И когда я его попробовал, вот тогда я реально удивился. Яркий вкус малины, лимона, винограда. Ну и, конечно, самое главное, вот эти микрожеле. Как я понял, это маленькие желешки из кокоса. Короче, это очень вкусно. Я ставлю лайк, а ты можешь найти его в Sweet Lavka.